Информация для тех, кто собирается в ближайшие дни в столицу. На трассе 77 «Волга» в Орехово-Зуевском районе Московской области будет ограничено движение транспорта. Связано это с установкой конструкции для размещения дорожных знаков над проезжей частью на 85-м километре трассы 77 «Волга». В ночь с 10 на 11 декабря с 23:00 до 6 утра проезжая часть будет сужена до 3 полос, а максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. А с полуночи до 3 часов ночи движение на участке будет полностью перекрываться на 40 минут.